С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на Южно-Донецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлась прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел.